Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «7 минут». Научиться показывать драку как яркое шоу – целое искусство. Тем более, если действо иллюстрирует эпоху гладиаторов и рыцарей, а в руках участников – настоящее оружие. Сегодня такие постановки пользуются популярностью и на массовых общегородских праздниках, и на сценах театров, и в узком кругу. У нас в гостях руководитель Рязанского театра сценического боя «Спирон». Начиналось все постепенно. Когда я пришел с армии, это выглядело как клубные объединения всеобщие. Вот. Это был сначала я посещал клуб Михаила Ллойда вместе со всеми, потому что ничего другого не было, он всех объединил. Потом у меня появилась своя группа, был дуэт «Братья Медведевы». Вот мы с родным братом выступали. Потом был театр «Полигон». Но вскоре я решил, что это название очень агрессивное, милитаристское, а выступали мы там в ночных клубах, в театрах, во всяких заведениях. Вот. И я решил, мне как бы пришло в голову такое название «Сферон». Вот. Оно более романтичное и спокойное, тем более к тому времени мы уже стали соответствовать этому названию. У нас, кроме боев, появились постановки, тексты. Вот хочется узнать, сценический бой – это все-таки что такое? Это некое действие минут на пять, или это целый праздник, или это кусочек эпохи, восстановленный сейчас именно в доисторических костюмах, скажем так? Во-первых, все зависит от заказчика. То есть, если ему требуется программа, мы показываем программу. Если ему требуется определенная эпоха, мы показываем определенную эпоху. Если ему требуются только бои, жестокие бои, мы показываем жестокие бои, реалистичные бои с полной реконструкцией методов этого боя, там, к примеру, гладиаторский. Если ему требуется легкая постановка с юмором и танцевальными элементами, мы делаем это. Там, шотландцы, в основном, как более юмористическая тема. Все, что вы перечислили, это совершенно разные какие-то костюмы, разные орудия, я так понимаю, да. Много чего. Как долго вы это делаете, как вы это восстанавливаете, сколько книг удалось прочитать благодаря такому увлечению? Множество книг, общение со специалистами, общение, там у меня в Питере есть актеры, которые этим занимаются, родной дядя с тетей, клубные съезды, где общаются, проводят конкурсы костюма, проводят лекции. Где найти материал, чтобы изготовить костюм? Все-таки это тяжелая вещь, правильно? Один весит, наверное, в среднем килограммов 30? Больше? Вы имеете материал для костюмов? Да, для или костюмов, экипировки? Для всего абсолютно. Ну, есть, допустим, материалы дорогие, которые изготавливаются в домашних условиях, строго по рецептуре. Есть материалы, которые можно купить в магазине для сценического, то есть там не проверяется ведь, какой материал, насколько историческая краска или строчка. Mm-hmm. Вот. Это делается проще, там просто заказывается портным. Железо. Сейчас в Москве есть магазины, где все это продается. Вот. Любую экипировку можно купить, потому как это занятие очень у нас распространено в России. Наверное, удовольствие дорогое, особенно если касается меча. Кстати, насколько он хорош, раньше ведь, да, и платок на ходу так разрубал. Это действительно так сейчас у вас, или это все-таки безопасно? Ну, если эти мечи заточить, они будут и платок разрубать, то есть там качество стали позволяет. Но мы не пользуемся острой заточкой, потому как, во-первых, реально боевые мечи их сильно не затачивали. Или там ближе к кончику, потому что они быстрее ломались, зазубривались. Ну, вот. Ну, в отличие от японских восточных мечей, некоторых. Хотя и там были меч пернач, например, который абсолютно тупой, предназначенный для дробления костей и разрывание внутренних органов, также для сотрясения головы. Вот. Потому что тупое оружие надежнее всегда. Кстати, о риске. Бывали какие-то травмы серьезные? Потому что гладиаторские бои, если мы вспомним историю, там действительно достаточно кровавое зрелище. Я понимаю, что до этого стараетесь не доводить, но все может быть. Ну вот если взять, допустим, позднее гладиаторство, там тоже был большой элемент сценического боя, где даже инсценировали смерть и кровь, и зрителям казалось, что это страшное убийство. И когда мы сейчас показываем бои сценические, даже легкой постановки, некоторые думают, что это настоящий бой с настоящими травмами, потому как это все обыгрывается. На самом деле у нас
серьезных травм не было, кроме какой-нибудь там царапины. Заниматься приходят школьники, дети приходят. То есть у меня есть группа сценического движения в Центре творчества в парке. Но серьезно работают взрослые. То есть они, ребята, сами тренеры, в основном рукопашный бой, борьба – это обязательно. И работа с оружием. То есть, например, слово «фехтование», оно условно. Фехтование – это элемент боя. Немногие знают, что вы, ваши ребята, принимали участие в съемках фильма. Расскажите, что за фильм, напомните, какое участие конкретно принимали? Сериал «Дальнобойщики», серия «Сабля». Это из тех серий, которые по телевизору не показывали, они сейчас на дисках продаются. Меня там попросили поставить вот конкретно бой с саблей. Вот. Ну, там небольшой был бой с саблей. И я сыграл эпизодическую роль, несколько фраз там сказал. И после чего мои ребята знакомые, мои сотрудники заломали мне руки, ну, пароли. И отвезли в места не столь отдаленные. Интересно было работать? Да, это было интересно. В данный момент я делаю постановку по дуэлям. Вот. И если она пройдет удачно, вот с сентября я начну работать с этой постановкой. Там у меня будут музыканты, старинная музыка, реальная. Если у меня пройдет удачно, то я хочу поставить спектакль, немножко он философский, там метафизический, «Капитан Батисферы». Вот. Ну, на каких зрителях будете отрабатывать, тренироваться, скажем так, проверять, насколько удалось? Кого-то уже пригласили, может быть, выбрали площадку, где все это будет происходить? Площадку я пока не выбрал. Это в последний момент я выясню, какая будет площадка. Но зритель меня интересует больше интеллигентный. Девушки у вас присутствуют на сцене сценического боя? Обязательно. Мне всегда требуются девушки красивые. В качестве вот. Заложницы или боевые девочки? А это в зависимости от того, до какого уровня она у меня тренируется и занимается. То есть поначалу я использую ее внешность, ее умение двигаться, ее способность говорить. То есть у меня там и ведущие, как ведущая она бывает, вот, и как танцовщица, если она умеет танцевать. Если она не умеет танцевать, я ее использую там по-другому. Но по мере того, как она, если она ходит на занятия, она у меня приобретает навыки. Я ее уже использую в поединках. У вас открылась студия рисования, необычная, я так понимаю. Да. Что в ней особенного? Это студия сакрального рисования. То есть, ну, во-первых, у меня там присутствует обязательная часть рисования, живопись, потом комбинаторика, вот, и достижение вот этого состояния творческого. То есть параллельно идет. Почему это у меня... Сакральное таинство некое. Вот да. В чем сакральность заключается? Во-первых, достижение состояния творческого. То есть такое же состояние, когда достигается в бою, это творческое, когда у тебя время замедляется, пространство скручивается, ты уже там себя по-другому воспринимаешь, вот, действуешь совсем по-другому. Этого же состояния ты добиваешься в процессе рисования. Вот это главное. То есть человек, допустим, который не очень хорошо научился рисовать в процессе, он очень многого достигает. Тут один на один с холстом лучше остаться? Или все-таки студия подразумевает некое количество, да, в помещении? Как вы все это... К таинству-то как приводит? Ну, это тесный дружеский коллектив. Мы в процессе даже можем пить кофе, общаться, беседовать. Вот я могу на отвлеченную тему там что-то рассказывать. Перспективы все-таки? Перспективы большие. Перспективы огромные. Создать большую группу сценического фехтования, сценического движения. Впоследствии людей, желающих, тут даже как не то, что я говорю, талантливых и способных. Человек, походу, сам чувствует, что он хочет, что он может. Наша телекомпания желает вам успехов, творческих и не только. Спасибо, что нашли время. Телезрителям я напоминаю, это была программа «7 минут». Оставайтесь с нами.